всем привет! В общем, мы опять с вами встретились на кладбище, на этом стареньком кладбище. Кто не смотрел, ребят, ролик, сверху был ролик, как мы убирались вот рядом у женщины. В прошлом ролике я говорил, что у дедушки Федота будем убираться. В общем, мы вот пришли, сейчас заменим гробницу, покрасим крест серебряный, серебряночку я купил, досточки поменяем, в общем, приберемся здесь. Так что не унывайте там, ребятки. Комментарии я ваши читаю. Не плачьте. Жизнь идет. Жизнь такая штука. Что поделаешь. Все когда-то будем здесь. Так что не бросайте своих близких, ребята. Пока у вас есть силы, ходите. Так что всем спасибо, кто смотрит, кто комментарии пишет. Я каждый комментарий читаю, отвечаю. Комментарии вообще хорошие. Один был какой-то ненормальный, сказал, что-то там пишет, ребят, я не знаю. Всякую ерунду. Ну, видимо, хейтеры. Хейтерам тоже привет. Так что я и у вас здесь уберусь, когда вы будете здесь. Но я никому не желаю сюда попадать. Ну, жизнь такая. Так что мы убираем и идем дальше. До следующей могилки убираться. Всем приятного просмотра. Ты ушла, оставив след за собой, и теперь устала я без звездой. Ты ушла, подарив нам весь мир, что для нас он как отчаянный мир. Но зачем же такою ценой? Мы хотели пойти за тобой. За небесами ты прячешь свой взгляд, за островами оставила клад. Из детских слез, из печали и снов. Обернись светлым солнечным днем, постучи наши души мечтой, сохрани для нас свой образ земной, белым ангелом машешь рукой. Мы хотели пойти за тобой. За небесами ты прячешь свой взгляд, за островами оставила клад. Из детских слез, из печали, из сна. Ну что, дорогие друзья, в общем, что у нас сегодня получилось? Я думаю, дед Федот, как говорится, будет нам с того света благодарен. Выполнили работу, сделали мы гробницу, покрасили, крест покрасили, все обновили, все прибавили. В общем, позитива в эту могилочку внесли. Так что, что вам, ребят, пожелать? Добра, счастья, не ругаться, не плакать, только радоваться, не грустите. Все бывает в этой жизни, как я уже в начале говорил. Так что мы идем дальше, как говорится, делать, выполнять работу. Вы только смотрите, не переключайтесь, сейчас будут новые ролики. До новых встреч, ребят. Всего-всего хорошего, ребят. Всех обнял, приподнял, поставил.
Все, мы с вами, ребят, не грустите.